сколько стоит игра, как и любой инди. Где-то 350-400 рублей. Ну, смотрите, либо вампирка... О, теперь все можно почитать. Юная повелительница клана Шакар пришла на землю, чтобы избежать принудительного брака с Шао Дараком. Гордая, но добросердечная. Индифферентно относится к людям, так и к демонам. Она дала свое сердце известному мученику... А, мечнику Хон Де Сю. Однако запретная любовь между демоном и человеком поставила ее в безвыходное положение. Честно, маг на манрегене, бесконечный вампиризм и копьишка. Да, давайте с вампира начнем. Поехали. Вспомнить бы, как играть. Игра-то сложная, капец. Хранитель свитков, обращайся ко мне. Все перевели прям. Всех монстров даже можно почитать, да? Пачи. Мистический дверь, зверь древних времен, который является лишь ночью, чтобы полакомиться вашими силами с нами. Как только он обнаружит цель, то вскрывает ей череп, съедает мозг. А вот зачем эти клювы. А после отрыгивает его назад те, у кого съели сны. На утро оказываются полны энергии, а все увечья исчезают. Те, кто проснулся во время кормежки Патчи, испытывают на себе всю его ярость. Лол. Чтобы убить Патчи, потребуется терпение. Не ведитесь на его медленные движения. Используйте смекалку перед тем, как издать крик. Его тело расширится. И в то же время, в это время можно успеть провести атаку. Даже подсказочки есть. Удачи, Эродир. Счастливо. Ну, поехали. О, первый босс — это эти глазики в покинутом городе. Глазики, глазики. Какую голосовалку? Пройду я или нет? Очевидно же, что нет. Опа! Обменять ХП на реликвию. Или ману на реликвию. Давай-ка очки манны на реликвию. Максимальный или... Походу максимальный, видимо, у нее 130, да, было. Дух Фугу. Дух Фугу направляется к ближайшему врагу и сам уничтожается, нанося урон ядом по площади. Неплохо. Старик утверждает, что в темные времена всегда есть хранитель ключей. Побед на ним позволит времени продолжить свой ход. Хочет чинить мне препятствия. Я не буду вставать от тебя на пути. Но мы это все читали уже на английском, в принципе. Окей, рыбка Фугу. Найс. Смотри, как тут играть вообще. О, она еще и отравила, класс. Так, а у нас есть заряженная атака копьем? Есть, да? А, она еще подтягивает его, что ли, при ударе копьем. Okay. Русские добавили просто официальный в игру. Так что можете... Можете покупать, играть, если вам нравилась игра, но вы боялись того, что в ней нет русского. Очень советую, игрушка действительно стоящая. Ау, это я, конечно, зря, да? Так, хилки мы не юзаем, камень вполне можно. Челлендж-комната. У нас есть что-нибудь под челлендж-комнатой? Нет, давайте в нее попозже зайдем, когда мы станем немножко хоть посильнее. Меня смещает вид сверху. Представь, что это Айзек. А по боевке Dark Souls. А, вот этот вот пацан очень опасный. Будет очень хорошо, если мы поможем зомбям его убить. Все, найс. Хорошо, живем. Тут еще девочка. Девочка не страшна, в принципе. О, это что, артефакт? Максимум ОЗ плюс 50. Элитки появляются чаще. Вообще даже не выбор. Абсолютно. Здесь еще где-то деньги лежат, судя по всему. Что сумочка нарисована. Скорее всего, где-то тут. А вот они, монетки.
Сейчас бы в 2021 английский не знать. Ой, тостер, не говори. А, я же помнил эту атаку. Окей. А по 15, да, регенит? Угу. Ой, рыбка фугу отличная. Ну так неплохо прям поначалу помогает. Ау, ау, не могу попасть по личинкам. Потому что они слишком близко подошли. О, это элитка, кстати. Я с нее сейчас очень нормально так повампирюсь. На фул. Класс. А что, еще какое-то кровотечение накладываю при атаке или нет? Вроде не должен. Та-ра-та-та-та. Анимация выглядит, как будто она его щекочет. Ну, вообще, на самом деле, вполне логичная анимация копья. Ты представь, как ты копьем бы бил. Это, ну, вообще она нормально нарисована. Ой, ёпт. Фугу прилетело. Коробки. Есть еще я так, но что-то я ей пока не очень пользуюсь. Ага, иди нафиг, я увидел твою заряженку. Стигма, 14 месяц, спасибо. Ты своим рисамом мне напомнил, что надо отключить Stream Elements. Stand Up and Fight, спасибо большое за поддержку. Спасибо, спасибо огромное за сапку. Любви в чатик. Спасибо. Так, ну давай, иди сюда. Угу. Давай, подходи. Не, слушайте, когда заряжаешь атаку, они как бы боятся. Копейщик на копейщика. Найс. Оп. Вот уже две недели этот город находится во власти безумия. Те, кто заперся во дворце, подверглись недугу, лишь выйдя из-за ворот. Значит, мои подозрения подтвердились. Болезнь распространяется только при близком контакте, если испить воды. А так как дворец полностью изолирован от остального города и имеет собственные колодцы, то он наверняка выстоит в эту бурю. Я попросил пару мужчин присмотреть за колодцами. Отличный перевод, кстати. Вдруг их отравляют. Выяснилось, что судья ведет себя очень странно. Может, дело именно в нем. Небеса, судья до сих пор не вышел из административного здания. Неужели что-то случилось? Это плохо, нужно доложить во дворец. Оказывается, сумасшедший вызвал дурман, который подсыпали в городские колодцы. Мы все это уже читали, когда на английском было, но... Все равно как бы... Знать бы еще, сколько урона наносит какая атака в игре. Очень хотелось бы. Фига тут дома. Это точно, блин, сундучная комната заспавнилась? На тебя. Старый дневник Джуи. Сегодня было посвящение, теперь я мужчина, моя дорогая мать. Вот уже 15 лет вдали от дома меня поглотили мысли. И я должен следовать твоим учениям, мама. Должен благодарить небеса и землю. А также делать все возможное во благо людей. Где я видел этот почерк? Может, это дневник кто-то из городских увел? Талон на покупку. Комплект джекпот. Товары в магазине обновятся после продажи. О май! Опять сейчас элитку, блин, убивать. Там где-нибудь в настройках нельзя поставить цифру урона. Надо, кстати, проверить. Было бы неплохо. Фоновый процесс. Это типа звук, когда альта боишься или что?
Да, это звук, когда льта боишься. Настройки клавиатуры, графика, ограничение кадров, частота отображения, эффект размытия. Музыка, звук. Игра. Автозахват ближайшего врага после потери цели. Автопереключение, расстояние цели. Какие-то странные вещи. Автозахват врага, автозахват активного врага при отсутствии цели. Порог расстояния для автосброса. А мы автозахватом не пользуемся, там отдельная кнопка какая-то. Число колонн с реликвиями на главном экране. Чё, тап? Нет, карта включается только когда ты не в бою. Весь бой зачищен. В языке цифры показываются только от арта, так что тоже может быть что-то подобное. Да, может вполне. Вполне может быть. Не помнишь, наверное, я писал, как на операцию долго не мог попасть. Сейчас все-таки прооперировали, прям в больнице пишу, ужас, болит все. Ну, прооперировали удачно, надеюсь. Выздоравливай, поправляйся. Давай. Удачи тебе с этим. Блин, офигеть, тут сундучков, на самом деле. Крутая лока заспавнилась. 10 ключей! Старт очень хороший, конечно. Осталось не зафакапать на боссе. Потому что босс на самом деле не очень простой. У меня 150 хп, но... Там на самом деле даже не хп важно. Там проблема в этом боссе в том, что если враги зажмут все вместе, это будет просто ад. Так, еще есть сундуки. Ну, один, который ключом открывался, я помню. Здорово, Адамантин. Все хорошо, спасибо. Ну, здорово, если все хорошо. Главное, что операция прошла, правильно, успешно. Так, здесь одни хилки остались. Готов ли я к челлендж-комнате? Вообще, я бы вначале, конечно, еще... нашел бы магаз все-таки. Ой, как хорошо, рыбка. Главная особенность элиток — это все-таки супер броня, то есть их не подстанешь. Паралич, окей. Так, это я типа успел его убить, пока он меня не отравил. Наверное, нет, не знаю. Так, у меня все еще вампирка. Может быть, быстренько на файт какой-нибудь. Пока вампирка держится. Но на самом деле это довольно опасная логика такая, пока держится вампирка, идти врагов искать. А еще я тут задумался немножко над этой игрой. Мне кажется, здесь очень странные фреймы неуязвимости. Если ты один раз задоджил хоть одну из атак врага, которые несколько подряд идут на боссах особенно. У меня есть такое предположение, что они продолжаются. Потому что у меня, я четко видел иногда, как по мне вроде бы должны были попасть. Но как бы не попадали, не знаю. Русский язык сделал, в Стиме его нет. Он есть в Стиме, его официально выпустили, добавили. Здорово, Светокали. Рогалик офигенный. Дух паука атакует врагов в поле зрения, после смерти возрождается в следующей локации. Оп, у нас уже есть рыбка и паучок. Класс. Пойдем в магаз заглянем. Рогалик уже не очень новый, он релизнулся где-то месяц назад. Мы в него уже 2 стрима провели. И перешли на хардкор. Вот хардкор жесткий. Сила атаки плюс 30, получаем урон плюс 15. Сила атаки плюс 30, сила отбрасывания увеличена вдвое. Сила отбрасывания. Копье особо не отбрасывает, кстати. И вряд ли будет, если я действительно буду с копьем ходить.
Давайте начнем с копья. Ой, с вот этого усиления. Создают теневого клона, который атакует врага в течение 30 секунд, или пока его не уничтожит комплект ниндзя. Можно создавать раз в минуту. Ну, скорее всего, не фрейм, хитбокс ударов такой, как у оружия. Да, да, то, что хитбокс... Может быть, просто хитбокс не попадал по нам. Тут такое вполне возможно, да. Агась, книжка и... А где камни воскрешения? Я не понял. Зачем-то магическую сферу взял. Обнаружил тело судьи и его чиновника в административном здании убийств нигде нет. Однако в самом здании стоит смрад, ужасающая атмосфера. Я продолжу наблюдение еще как минимум 2 дня. Две банды горных бандитов вошли в административное здание. Но так и не вышли. Похоже, внутри творится что-то невероятно опасное. Решено, выдвигаемся на разведку после наступления сумерек. Проклятые насекомые. Вот кто прятался в корпусах. Мы убили множество тварей, но не смогли добраться до их головы. Все было впустую, нужно отступить и перевязать раны. Если кто-то из дьяволоборцев найдет эти записи, будьте крайне осторожны. 5 исчадий, их лидер демон такой омерзительный. Выращивать этих существ какая беспечность, придется уничтожить его голову. Посмотрим, смогу ли я это сделать. Так, мы секретку еще не нашли, нашли. Теперь со старта дают воскрешалки. А, вот эти что ли? Воскрешает носителя в предыдущем... вместо сундуков? А в сундуке типа, ну, я видел, там ключ был. Так, погнали на элитный файт. У нас кроме хилки ничего нет. Вначале вампиризм до Локи, чтобы восстановить магию. По-моему, я начал отталкивать врагов сильнее, чем хотелось бы. Но это не точно. Ключик, допинг, монетки. Ну, пойдем броню собирать. Бан стримеру минут назад, о боже мой. Ну ладно, как хотите. Thank you.
Ман, кстати, закончился. Из каждого убитого врага может вылупиться союзный паук до 5 пауков одновременно. Комплект арахна уже 2 кусочка. Найс. Сет собираем. Осталось яйцо паучьего дьявола и обувь из паутины найти. И что мы получим? Дает иммунитет к яду, максимум хп плюс 60%. Следы ботинок из паутины могут запутать врагов. Интересно, она... Запутанных врагов вообще что-то работает? Ну, они начинают тупить или что? Я понимаю, выбор персонажа в начале рано, конечно. Как и в любом рогалике. Так, 52 монеты, где-то должен был дед появиться. Дед, здорово. За 10 хп я готов, поехали. Ты меня не подведешь. Комплект проклятая кровь. Героиня получает ранение в количестве 10 хп. Есть вероятность перехода в бестелесное состояние на 7 секунд. А бестелесное состояние полностью, полное игнорирование урона, надеюсь. Потому что если да... То звучит отлично. Это комплект ниндзя, это не без комплекта, да? Здесь можно бесконечные, наверное, вообще ключи покупать и магическое зелье, которое нам не нужно. Ну все, поехали на выход. Бывало, что только один персонаж. По сути, здесь персонажи отличаются только вот обилкой. Потому что оружие мы можем выбрать любое. Обилкой и стартовыми навыками. Стартовыми пассивочками. Может, обсудим сегодняшние события в Казани? Нет, я не вижу смысла обсуждать это на стримах. Все очень грустно, но... Что поделаешь? Мы так и ни разу не прошли стену. Надо пройти стену. Я не знаю, получится у меня или нет. Он, этот стрелок, очень жесткий. Но мы его пауками попробуем задавить. Тару-та-та-тум. Душевный гамбит. Так, что делаем? 43 души. Мы посмотрим, может быть, есть что-то из комплекта пауков. Личинка-марионетка, ну вряд ли. Копии никакие крутые скрафтить не можем, да? Давайте продолжим улучшение для всех персонажей делать. Вот денежную куклу скрафтим. Можно найти гнездо денежных кукол, которые буквально являются золотыми шахтами. Сумеешь справиться с ними всеми, прежде чем они сбегут, получишь солидную награду. Случайная встреча, Чен По. Во время путешествия ты можешь столкнуться с другими испытуемыми, которые присоединятся к тебе до чьей-либо кончины. Эти встречи предначертаны вам судьбой. Офигеть. Щедрый падальщик. Я поговорил с падальщиками. Они согласились отдавать половину своих ключей. Шайка негодяев. Я разберусь с ними при первой же возможности. Блин, я хочу случайную встречу качать. Звучит круто. Метапрогрессия. Привет. Какая неожиданная встреча. Наслаждаешься путешествиями? Ты же не из тех, кто проходит испытания реинкарнации. Не из тех. Какая разница? Для испытания понадобится моя сила. Однако я всего лишь наблюдательница, которая не будет и не захочет помогать. Где закончится мое путешествие или когда? Никто не знает. Оно подобно семени. Никто не знает, что из него произрастет. Неважно, я знаю, что не получу ответы на свои вопросы. Война отражает сущность этого мира. Начав испытание, ты пытаешься найти корень всех бед, а после выкорчевать его. И солдаты лагеря огнедышащих не более чем препятствия на твоем пути. Как скажешь, что здесь нету сундука, что ли? Фига себе, без сундука, зато сразу же магазин. Здорово, торговец. Итак, острое лезвие, урон от кровотечения плюс 10 и скорость передвижения плюс 6, луна-камень комплект. Я предлагаю острое лезвие сразу взять. Плюс 15 сил атаки, максимально очков выносливости 20. Таблетку силы надо будет купить. Хоть и за 60. Да я прям сейчас ее куплю. Хороший ран пока что. Пока что ран очень хороший. Забираем все монеты. А ну гони мои деньги. Отдавать он их не хочет. Таблетка силы. 15 атаки, максимум выносливость. Найс. Вас не атакуют скелеты. Но уже за 100. Не, ну за 100 это слишком дорого. За 60 еще можно купить. За 100 нет, спасибо.
Да, копье прям вблизи не бьет. Никак не дамажит. А, эти челики прям с бомбами, ну, не страшные. Вообще. Ой, так тут две элитки, нифига себе. О, не страшные, сказал я, и получу урон от бомбы. Агась. А пауки навсегда, я так понимаю, да? Интересненько. Блин, сундук не открыл. Шибочка. Блин. Щитовики против копейщиков что-то блокируют слишком хорошо. Хорошо. Еще сундук. Пойдем откроем тот. Челлендж комната. Ну, пока что можно, в принципе. Сеть. Еще сундук есть. Где? А, окей. Карта купца. Хранители душ. Понравятся такие свитки. Отлично. Пока есть пауки. Две штуки. Погнали сразу на челлендж. Ну-ка, что тут, пауки справились? Не особо. Армаз. Куча всего. Свиток сотрясатель. Хранителю душ понадобится, как скажете. Хилка у меня вроде бы все еще есть. Кстати, реально почти их не отталкиваем. Только при убийстве почему-то. Прям сильные цифры отталкивания. Блин, этот фиолетовый паук крутой, потому что он врагов ну, рутает. А, у бомбы. Увидел. Рут — это классно. Рут — это классно, особенно как бы с моим копьем. Очень хорошо. Как тебе новая часть Нир, которая репликант? Я не чекал. Ты уже сыграл? Я не играл ни в один Нир. Вселенная. Мною. Мне вселенная, так сказать, неизвестна. Ни репликант, ни автомата, ничего из этого. Ау, ау. Замедление. Тихо. Ау, отвали. Больно. Давай, заспамить павуками. Так, кузнец, это, конечно, хорошо, но пока у меня хилка действует, пойдем попробуем еще похилиться. Ну, не сильно, но... Окей. Ну, пойдем, наверное, тратить темное железо. Может, рановато? Хрен его знает. Надо, не надо. 108 монет, кстати. Ну не, сотню я там тратить не собираюсь. Огненная цепь. Вообще звучит годно. Наверное, да? Роль защиты, захват. Удерживай левое, левое, правое. Круговая атака.
Выпад, прорыв, защита, взмах, 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 кол, кол, кол. Может быть, одновременно? Нет. Новая рогалик Роглайт выходит 13 мая. Getsufu Modern Undying Moon. Не очень прикольная стилистика. Звучит как какое-то порно, не? Как будто ты мне хочешь предложить. За 7 обычное копье качать? Ничего, скорее не очень хочу. Блин, если эта штука поджигает... На самом деле, поджог не самый сильный из статусов. Не, нафиг. Стример мое солнце своровал. Да, достало в Питере это солнце. Ну откуда оно? Враги. Ау, ядовитый тварь. Здесь враги тоже могут от этой хрени урон получить. Окей. Паук закусал, красавчик. Ловушка охотника. Хранителю душ понадобится этот свиток. Хорошо. Маны у меня еще, по-моему, нету. Найс. Фига тут три сундука аж. Старый охотник. Фантастический роман, повествующий о группе ученых, которые сошли с ума во время изучения древних богов. В какой-то момент они обнаружили, что поглощение человеческой крови, прозванное кровавым искусством, облегчает приступ безумия. Со временем их жажда стала почти неутолимой, и люди обратились к дьяволу. Спустя некоторое время появились охотники. Организация, которая пыталась спасти мир, убивая новоявленных монстров. Многие читатели считают, что автор романа вдохновился историями о создании дьяволов демонами, а людей богами. Возможно, описываемое кровавое искусство также не является плодом чьей-то фантазии. Мне теперь кажется, что наша деятельность похожа на охотничью. Да, вроде да. Окей. Так, ну перед боссом мы. Записи капитана стражи. На первый взгляд, кажется, что эти двое уважают друг друга, но от нас, старых псов, не скроешь, что Хоу Пау несчастен. Слыхали, что восточная база разослала надзирателей на все военные объекты, чтобы следить за ними от лица империи. У них неограниченная власть, отличается, отчитывается лично императору. Может, из-за Хоу Паулом тщательно следили, честно говоря, так тот надзиратель, который был отправлен к нам, какой-то странный. Не только силен, но не превзойден в воде от огнестрелом. И не похож на хилого евнуха из дворца. Надеюсь, он задаст жару нашим врагам. Не особо люблю дракам, но демоны гораздо талантливее в политике и военном ремесле. Так, ну, босс-файт. Следующий Локи. Поехали собирать желтые щитки. Давай сразу, кстати, сетью и тыкать его, тыкать. Главное стоять подальше, а то у него же сабля. И пистолет. Ну и бомбочки, соответственно. Кстати, очень странно сделать, что в магазине, допустим, да, нельзя купить щиты, например. Ну, главное, чтобы пауки затащили. А еще я, наверное, прямо перед боем пиявку включу, чтобы похилиться на максимум. О, еще бочечки.
Императорский страж. Автор неизвестен, книга рассказывает о восхождении одного императорского стража, он подробно описывает императорский двор и внутреннее устройство восточной базы, отчего кажется, что книгу писал сам страж. Она была запрещена императорским двором, но тайно распространяется из рук в руки. Ну чё, поехали, чат. Убьем босса. Хотите гамбу? Босс жесткий. С пистолетом. Музло однообразно надоело уже. На каждой локации своя музыка. У вас одна минута сделать ставку. В японской тематике ругает метро этот Канами. Понял. Что же там за капа такая, Давомер? Что же там такая за капа? Можно вначале, короче, на него дым накинуть, чтобы он в стане стоял. Как вариант. Паук его окорнюет, потом мы будем его тыкать в спину. Они просто, ну, нами какие-то выпускали всякие там контры Metal Gear. Да, они неизвестные ребята. Ну что, поехали. Здорово, надзиратель восточной базы. Что-то он не очень хочет, он станет. А, не, вот застанется, хорошо. Ну, конечно же, Найс раскидала. Как же бесит его пистолет. Как же бесит этот босс. Я понятия не имею, как его убивать. Ну лучше держаться поближе. Зелье здоровья. Ау, нихера ты. Я хочу допинг юзнуть. Классно, да? Полный, а не босс. Я серьезно, я не представляю, почему такой жесткий. Поздравляю. Мы проиграли. Фига там 100 тысяч на красное, 100 тысяч на синее. Ого. Это под читом было. Я, походу, немножко нашел, как с ним драться. Надо стоять рядом с ним, всегда его атаковать, по крайней мере, с копьем. И как только он начинает парировать, отпрыгивать, тратить стамину, соответственно. Мне кажется, что чуть-чуть я разобрался. Чуть-чуть. О, здесь еще хилка будет. Значит, у меня еще есть попытки нормальные. У меня еще одно как раз воскрешение есть. Ой, блин. Ладно, все, без гамбы. Первую просрали. Да какого ты так далеко бьешь-то? Я нажал. Вторая атака уже пошла. Да. Я.
Короче, чтобы он не делал атаки пистолетом. Что это за босс? Как происходит? Такой офигенный билд просто. Пойдем хоть копье качнем, что ли, перед последним траем. Жесть. Русик официальный от разработчика вышел вчера вечером. Тут ренджи есть, да, здесь есть ренджевик с пушкой, блин, три свитка нашел, я их не реализую, походу. Подбегаем. Тут такая тварь просто. Научился немножечко. Ну и плюс усиленное копье, наверное. Надзиратель восточной базы. Победите босс второй главы. Разблокировался босс скелетный бессмертный. Награда свиток вспомогательная бомба. Босс скелетный бессмертный. Управляет воинами-скелетами. Как скажешь. Выберите одну из наград. Сила атаки плюс 15. Ядовитый урон плюс 10. Сила атаки плюс 30. Или, как героиня получает ранение в клещ 10 хп. Ядовитый урон 20, эффект суммируется до 200 очков, исчезает при переходе в другую локацию. А ведь для вампира охренительно. Либо просто постоянный ядовитый урон. Запустить рекламу, ой. Чё берем, чат? Я не знаю, вот это выглядит сильно, до 200 очков. 200 очков яда, когда хп потеряем. А мы под вампиркой. Блин, давайте попробуем вот эту вот отравленную кровь. Звучит очень сильно. Для вампира. Вспомогательная бомба. Охранители душ понравятся такие свитки. Да, конечно, кто бы сомневался. Окей. Переходим сразу в локу. Нет смысла здесь ничего покупать. Я не помню, в магазине у нас... Что там за сотню можно взять? Ну не, лучше 30 и 60. Ну лучше зубы. Итак, мы из центра можем еще вниз пойти, кстати. Там снизу в пустыню. Этого босса мы еще не видели. С пауком мы уже дрались, но здесь есть локация с гоблинами монетными. На нового босса или к золотым гоблинам? Блин, паук на самом деле мерзкий. По-моему. Хотя не, подождите-ка, паук наоборот легкий. У вас что-то заболело, голова болит. А, все сегодня болит. Хутау is the best. Нет таких фраз. Lisa is the best. Я бы к пауку шел, он был без шмот. Паучий шмот, да, кстати. Может быть, да, может быть, нет.
Новый босс... Не, мне кажется, надо посмотреть золотую локу. Я предлагаю локу с гоблинами глянуть. Выпей таблеточку. У меня голова болит. Грёбаного солнца. Я завтра же закуплюсь просто фольгой и закрою весь балкон нахер. Карта купца. Сотрясатель. Появился новый предмет для улучшения. Ну-ка. Ловушка охотника. Вспомогательная бомба. Когда атака достигает противника, в него прилетает бомба. Следующий бросок через 10 секунд. Сила атаки 20 после каждого убийства. Накапливается на 100. Прерывается, если вас ранят. На боссах не работает. Используйте, чтобы поставить ловушку охотника. Наступившие враги запутаются в ней на 5 секунд, получат урона. Используется раз в 10 секунд. Интересно. Это что такое? Случайные встречи даруют судьба. Постоянное уважение. Если у вас есть эта карта, неважно где и когда, я буду ждать вас в любом из своих магазинов. Если во время испытания Болдуин находится у себя в магазине, то это будет для вас очень полезно, особенно если вы хотите передать ему свои деньги на хранение. Болдуин всегда появляется в магазине, ясно. Я понял суть. Нет. Поехали качать случайную встречу дальше. Ну, ловушка выглядит интересно. Топовая штука на некоторых боссах, просто заспаем как капканами. Да, выглядит сильно, выглядит классно, но не хочу. Может, потом выберу, может, потом куплю. Так, у меня ничего не осталось, наверное, да? Только бусина рассеивания. Ведьма Квинлуна, снова ты, твои указания так не помогли найти хранителя ключей. Зачем ты здесь? Кто сказал, что я помогаю? Думаешь, хочу быть путеводной звездой в твоем путешествии? Как бы не так. Читай поменьше романов, скажи хоть, что здесь находится. Я видел убийственные лозы, ядовитые клыки, когти, способные разорвать плоть. И множество прищуренных глаз, наблюдающих за тобой из высокой травы. Впереди запретное для человека место, ты станешь добычей, чья плоть пойдет на пропитание. Закопанные кости превратятся в перегной для деревьев. Это мир дьявола, в территории детей природы. Боишься? В моем мире нет запретных земель. Да, барабаны нормальные такие, кстати. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Котики-демоны, сюда подошел. Че у нас сразу магаз? И призрак. Бусина. Скелеты, ловушки, ё-моё. Неприятная лока, если честно. Особенно с этими мухами летающими. Так, не прыгай в меня, понял? Бля, кстати, элитный скелет довольно неприятная тема. А! Потому что он не отталкивается. Всего лишь хилка. Че, неужели здесь больше ничего нет полезного? Ну, есть вазы. Дрессировщик, 2 из 4 двухбойцовой рыбы. Плюется пузырьками, чтобы поймать врага в ловушку и потом укусить. Найс! Ту-ду-ду-ту-ду-ду-ту. Ту-ту. Чи! О, точно, ты небесная рыба, поняла. Чики-чики. Пулка сюда. Да-да-да-да-да. Решения нет, теперь они, типа, не исчезают при переходе, но как их восполнить? Да, то есть в самом начале типа дают и все. Это же гоблины! Золотые! А я думаю, чё от меня убегают? Да, стоять! Павук! Молодец! Ну, вроде бы кто-то из них все-таки сбежал, да?
Ну, не очень много денег. Ну ладно, 182 монеты у меня, не очень много. Акулка там нафармила, кстати. Да, то, что воскрешения нету, неприятно. Ау, горим. Ты чё такой быстрый? Ну и отлетают же они, блин. Ту-ду-ду-ту-ду-ду-ту. Первый раз тебя на рогалике. Ну, добро пожаловать. О, восполнение хпшки. Класс. На рогалик. Рыгалик. Рогалики это топ. Лучший жанр, отвечаю. Кто не согласен, то ну бан. Вот ведь... Как же доджить надо, чтобы смотреть себя, но не попадать на рогалики. Да. Ау. Взрывающиеся мобы какие-то. Все в ловухах, элиточки. Целых две штуки. Так, не понял, получил я урон или нет. Да что же я сегодня весь день чихаю? Это по-любому из-за солнца. Я думал 35 жрала. Это отталкивание. Так, магазин. Ищем хорошие темы. Талисман с этого мастера. Но это получая херни никак к сету не относится, да? Когда вы получаете больше 10 единиц урона, призывает молнии, поражающий противника. Используется раз в 10 секунд. Грома-шар, комплект ниндзя. При уклонении создает громовой шар, который наносит маленький электроурон коснувшемуся его врагу, либо исчезает спустя 5 секунд. Неплохо. Увеличивает размер и силу атаки фамильяра спутника. А это все фамильяры, да? Покупаем. Легкая обувь, скорость передвижения, радиус уклонения, но минус силы атаки. Да, смотрите, какие большие стали наши фамильярчики. Ха-ха-ха, класс. Еще где-то либо деньги, либо что-то лежит. А, сумочка с манной. Блин, рыба взорвалась вообще, ну не там, где должна была. Рыбный торт! Рыбный торт! Что? Я бы понял, если бы были рыбные палки, но... Рыбный торт. Так, акула и эти справились. Охренеть, они просто все выносят.
Ладненько. Да, саммонер билд какой-то получился. Я-то хотел свою вампирку почитать. Отражение урона расходует пиявку, а восполнение очков воли 20, радиус склонения увеличивается на 30 секунд. Так по врагу поглощает 10% здоровья. То есть 10%... И накладывает кровотечение еще к тому же. Фига тут у него, на самом деле, обилка всего дает. Ничего так. Восполнение. Изи. Ягоды. Не вижу, где здесь сундук по центру. Ну попадитесь вы в эту. Молодец. Интересно, а маленькие паучки тоже сильнее становятся? Паука бы дособрать, да. Сет паука хотелось бы взять. Так, это было легко. Минус демон просто мгновенно. Быстро убили так. Да, саммонер билд пока что выглядит сильно. Эта рыба фугу взрывается? Да, она влетает и сразу же взрывается в локации. Поэтому надо, чтобы она влетала в какой-нибудь правильный таргет. И все. Желательно в какую-нибудь элиточку. Если улетает, то это хорошо. Вот, например, вот в такую элитку. И даже и все равно, кстати, не шотнуло. Главное, на самом деле, двигаться вместе с нашими. А, это самонер. И встретились два самонера. Чоп хп. Ага, из зомби еще и вампирить нельзя. Только из вот таких челиков, да? Ау. О, Акулка, чем ты там занимаешься, или ты уже умерла? Оглушение, окей. Ту-т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 у. Отравление, о черт. А, блин, бой. Где-то здесь был цветок, который позволяет снять яд. Я не помню где. Кажется, уже не успею, да? Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту. Всеми справились. Это мой паук? Нет, это не мой паук. А, помогите! Помогите, паук!
тварь. Кусаюсь. Оказывается, не все пауки в этой игре мои, да? С Вормансера больше не заходишь? Я тут как себе поставил цель сделать пробужденную пушку. Это жопа на 1 часов 8, что их там 300. А, пока что уделяю внимание рогаликам. С Вормансер никуда не убежит. Сдохни ты уже, спасибо. Так, что у нас снизу? Ага, один самонер есть. Сейчас мы до него добежим и... лицо им поломаем. Хорошо. Сейчас будет сразиться один повелитель пауков против другого. Против мамки пауков. Было бы забавно, если бы... Ай. Если бы она, короче, переманила всех моих пауков на свою сторону. Ну, не забавно. Но было бы. Так, паук, не забывай, их всех станить. Челлендж комната. Хорошо. Хилочка, а то мы все потратили до этого. Вначале за сундуком. Кубики судьбы, комплект богач. Когда вы подбираете этот предмет, то получите 100 золотых или теряете все деньги. А, можно зайти, пойти в магазин, закупиться полностью какими-нибудь итемами. А потом взять эти кубики. Капец, у меня пауков. Лимит предметов, допинг. Все, атаки, защита, скорость и супер брони. Ну что, пойдем посмотрим. Тут сотня. Когда получаете больше 10 единиц урона, радиус уклонения плюс 20 за силу атаки. Блин, ну честно говоря, я бы, может, и взял бы. Нет, талисман звучит лучше. 150 следующий. Увеличивает ОЗ в 5 раз. Вы не можете лечить себя или воскреснуть. Не, спасибо. Блин, я даже не знаю. Не, ладно, давайте попробуем кубики. Че, пусишь, что ли? Yes, 100 монет, найс. Я же не пуси, правильно? Люмен, привет. Так, а кузнеца здесь нету или я его не нашел? Секретка найдена. Так, сразу бахнем пиявку, чтобы пойти кровотоки накладывать. Поехали. Гнездо матки пауков. Ну, здесь не сложно, потому что их всего-то несколько надо на самом деле убить. Всего-то, вернее, два паука, да? Да я вам сам матка пауков, гнездо. Я вам сам гнездо матки пауков. Еще какое. Здесь
Фехтовальщик. Максимум УЗ, ОМ и ОВ плюс 30. Золотой шелкопряд. Во. Все? Че, хилки, кстати, были. Съешьте для восполнения 30 хп. Слушайте, я не потерял хп. Здесь где-то должен дед появиться. Хочу ли я за 30 максимального хп у него купить артефакт? Почему здесь два варианта говорят одно и то же? Труду-ту-ру-ду-ту. С дедом можно подраться. Я знаю, что с дедом можно подраться. Но я не готов пока что. Я пока что пуси. Блин, дед, дай-ка подумать. Ха, тут нечего думать. Честно говоря, 30 хп, не. Не буду. 30 максимального хп для моего билда это очень много, с учетом того, что у меня есть вот эта штука, которая от хп скейлится, и еще вампирочка, да, которую мы специально брали. Не вампирка, а яд. Так, здесь, по-моему, что-то, что я не могу взять, потому что не потратил. Окей, поехали дальше. Ту-ду-ду-ту-ду-ду-ту. Дед наваляет, а вот мне тоже так кажется. Предмет можешь бесплатно получить. Ну а так за... Нет, в первой локе это лучше не делать. В первой локе ты за 10 всего итем получаешь. О, червь в пустыне. Вот такой девочки мы тоже не видели. Не знаю, что за проклятие, кстати. Блин, ну тут боссы, которых мы уже видели. Вот этого видели, вот этого видели. Вот этого, кстати, не видели еще. А, тут видите, наверное, вот этим значком показывается новый босс. Хотя нет, мы тут еще ни разу не были. Элитная локация какая-то, смотрите. Или что это такое, я не знаю, или это закрытый проход. Мне кажется, это элитная локация сложная. Потому что стена была очень сложная, я боюсь, что... Ну, да, типа того. Ну ладно, пески, пойдем, пойдем червя смотреть. Такс. Давайте-ка. Карту купца купим. Пускай он появляется сейчас. Агась. В магазине. Игла в руках. У меня просто очень много денег. И вот эта вот ловушка выглядит интересно. Ловушка охотника. Я так понимаю, это юзабельный итем. Используйте, чтобы поставить. Во, ну-ка. Ставим ловуху. Подготовка ловушки. Самому попасться в нее нельзя. Это хорошо. Оставить можно прям несколько, нифига себе. Звучит имбово. И все остальные души вот сюда в случайную встречу. Блин, чуть-чуть осталось до этой встречи. Предмет еще сдать надо и выкупить, чтобы он потом был на весь забег. Так рандомно можно получить. Да не? Еще встретимся, есть вопросы, валяй песок, он повсюду, что нужно знать. Пустыня к северо-западе, забыта всеми богами, мне ничего нет, но не встречи ни единого зверя, все дьяволы обходят золотые пески стороной, здесь никого нет. Но здесь есть повстанческая армия под предводительством человека и по имени Ли, поражение отступило в пустыне, больше их никто не видел. Ну и червь, соответственно. Ну, я не бандитов ищу. Агась. Такс. Ой, иди нафиг. Я к тебе не подойду даже. И к тебе не подойду тоже. Блин, все-таки заспавнился моб, тварь. Так, фугу, давай, убей его. И ты тоже. Он же сейчас сдохнет, да?
Вот я, да, надеюсь. Загадка грома шара. Шесть! Ненавижу этого монстра! Как я, блин, его высрал? Че, Геншин не будет сегодня? Ну да, 4 часа Геншина, это значит, что его не будет. Этот Геншин всегда днем утром в основном. Запомните, пожалуйста. Ау! А почему лучникам, кстати, добавили этот? Возможность видеть, куда они стреляют, раньше не было. Ну, наверное, потому что без возможности это видеть, они были слишком имбовыми или страшными для новичков, или что? Особенно, когда стреляют через всю локацию, и ты не видишь, стреляют они в тебя или нет. Ладно, нормас. Дневник, система равных земель. Говорят, что Лихой Король ввел систему равных земель для свободного пользования у себя на родине. Не знаю, что конкретно она под собой подразумевает, но думаю, теперь у всех есть земля. Как там моя мать и сестра, получили ли они свои доли? Очень хочу увидеться с ними. Генерал Ли говорит, что мы, находясь здесь, держим в страхе императорский двор и выигрываем время для Чуан Ванга. Но все без надежды, эти земли бесплодны, здесь только песок, ядовитые насекомые и змеи, которые могут каждую нашу минуту превратить в последнюю. Даже если мы пытаемся кого-то ограбить, то брать все равно нечего, караваны скуднеют и скуднеют, как же хочется на войну, а потом домой, к маме и сестре. Структура человеческого общества сложнее, чем у демонов. Бомба. Окей. О, боги. Давайте всей пачкой закусаем его всей пачкой. Молодцы. О, девочка-призрак. Привет. Еще фейерверки. Да куда столько-то? Забавно. К маме и сестре, значит, девушка ему не нужна. Дело семейное. Та-дан-та-дан-та-дан. Та-дан-та-дан-та-дан. Можно бомбу где-нибудь поюзать еще. Че, враги не появятся? Получаемый... Не, не появится. Ау! Стой, отвали от меня. Мои самоны убили где-то 4 скорпиона, я одного. Получаю урон с 10% до... За каждого врага поблизости максимум 50%. Ок, неплохо. Минус 10%. Найс. Выглядит как мобилка. Сможешь играть в такую игру на мобилке? Удачи. Не, ну, здесь, конечно, не такое сложное управление, наверное. Может быть, и можно. Пора бы бомбы раскинуть. Как он выжил? В нем 3 бомбы рвануло. 3. Ух.
Три грёбаных бомбы! Шесть. Сфера жизни, допустим. Монетки, монетки, монетки. Стандартная ситуация с монерами, когда ты просто не дамажишь, а? Нашел, как можно прочитать комплекты мебели, какие в книжке дают. Там главы листать можно, там можно на комплект нажать и прочитать, что там пишется. Хотел прочитать комплекты. Нет, раньше в книжке, а вернее в чайнике нельзя было читать, что там дадут. Я не знаю, может они это, конечно, пофиксили. Да сдохни ты уже! О! Штука их засосала! Деритесь там! Просто деритесь там! Ой, я, кстати, нашел способ с ней драться, а она плюется, тварь. Кстати, я совсем забыл про ловушку охотника. Все, найс. Ключики, денежки. Хорошо. Можно ману поюзать, кстати. И хилку тоже. Так, у меня здесь в двух локациях бомбы, которые можно использовать. Блин, а ловушку надо, кстати, сразу ставить. Не забывать про нее. Скорее, как флешка из начала 2000-х. Сомневаюсь, что в то время придумывали такие крутые рогалики. А, еще не восстановилась. О, большой павук! Скорпивук. Скорпивон. Ау, отравил нас, тварь. Ну-ка, попадешься в ловушку? Не хочешь, не, скорпиончик? Попадется. Ну шо, урон увеличенный. По-моему, я что-то взял только что, когда не хотел. Манна, темное золото. Опять бомбы, да что ж такое-то? Опять какая-то новая игра на стриме. Ну как новая-то? Третий стрим уже по игре. Здорово, Линдон. Хорошо. Ау. Элитная змея. Ау, скорпион, я тебя не увидел. Отвали. Ну? Ты когда-нибудь плеваться-то будешь? Ха! Лобух попал, лох. Окей. 225 брони уже. 25 камней нафармил. Найс. Не помню, ману я так и не тратил. Угу. Ну, пусть все может пригодиться. Что дельфин делает в пустыне? Это акулка! Считай, что это песчаная акулка.
Дзя! Ты хотя бы в одну из них попадешься, нет? О, молодец. Хорошо. Выход открыт. Что еще показывает, что есть? А, ёлка. Сравни только флешку из начала 2000-х, увидишь разницу. Это как старые игры в памяти, которые норм сейчас увидеть глазам больно. Блин, уже час, кстати, забег длится. Чё это такое? Её нельзя еще и дамажить, пока она кого-то скручивает. У змея, блин. Бедные пауки. А, у бедный еще один паук. Змея, умри. А, у чё ты... Ты еще жива? Какого хрена? Сколько у тебя вообще хп? О, боги. Выбежали. Хорошо. Вампиризм на эту штуку еще не работает? Или что? Ну, вроде бы вполне себе живой должна быть, не? Главное туда не вбегать при нуле стамины. Валим. Какая же мерзкая тварь. Мне на самом деле не жалко даже фейерверки потратить. Окей. Что мана заканчивается быстрее, чем... Ух, она. Сдохните все, просто сдохните. Ок. Вроде бы ок. Еще где-то змея, у меня еще вампиризм 7 секунд. Значит, можно похилиться. Классная змея, только вылезла, уже дамажить. Еще змея. Еще яд. Ха, лошара. Магазин, хорошо. Ищем еще самоны. Что за иконки за тобой? Это все артефакты, которые у нас есть. Братан, привет. А у тебя нету, да, денег? Ничего. Так, урон прорыва защиты. Плюс 20 при успешном прорыве, плюс 100 урона. Урон от льда плюс 10, просто так. Конечно же, 10 урона от льда просто так. Древнее кольцо, комплект охотник. Если у вас есть 10 душ, при получении летального урона они будут потрачены. Вы останетесь живы с одним ОЗ и очиститесь от негативных эффектов один раз за уровень. С одним ОЗ... Ну давайте, хорошо. Урон от огня плюс 20. Взять. Тяжелая одежда, жертвующая скоростью ради силы. Минус 6 скорости при полной шкале УВ сил. Нет, это не работает, я помню эту хрень. Даже несмотря на то, что это комплект охотника. Копья вроде нет прорыва. Но мне хотелось что-то поменять, правильно? Давайте передадим ему 100 монет. Стоит, по-моему, максимум, да? Передать... Не, можно еще монеты передать. Я просто мимо проходил. Если что, потом возьмем. Пока этого хватит. А-а-а. У меня теперь и горение, и отравление, и кровотечение, и заморозка. Свиток купона. Все есть просто по врагам. Все есть. Ага, элитная комната. Интересненько.
Сколько у нас еще бомб там есть? В ультной комнате просто очень нравится бомбы юзать. Огонь и лед не самоликвидируются при наложении, не должны, по идее. Очень сомневаюсь. Мы вообще можем... Ага, у нас вот еще бомбы есть. Найс. Я вот что предлагаю. Я предлагаю застроиться сейчас ловушками здесь просто-напросто. Потом еще и бомбы раскидать вокруг. Не знаю, по идее все эффекты должны стакаться. Ну, по крайней мере, нигде не говорилось о таком. Какой-то скелет, что ли, крутой. Двумя клинками классными. Че, не хочешь на ловушке? Угу. Охренеть, он до меня достал. Нет, это демон, это не скелет был. Когда героиня получает ранение, у плюс огненный урон 20, кровь лава. У нас уже есть кровь яд. И теперь еще и кровь лава. Ля, сколько у нас урона будет после того, как мы будем его получать, интересно. Давай, кстати, банку, наверное, поюзать. У нас вроде где-то здесь еще были банки в этих локациях. На манну. По-моему, была. Вот тут как раз снизу. Угу. Так, а тут что лежит? Просто золотишко. Мисклик! Я ловушку хотел. Ау, лучники! Горение еще накидывают. Мерзкие твари. Элитные! Змеи! Что делать-то? Скорпионы! Я предлагаю еще пиявку юзнуть. Вот дерьмо. Захват гадюки. Охренеть, она душит. Конечно. Что я людей... Лучников немножко боюсь здесь. Если честно. Знаете что, давайте-ка хилку на всякий случай. Я знаю, что воскрешения нету. Ага. Охренеть их там. Как мне их, блин, дамажить-то? Угу. Ну, потихонечку, потихонечку сейчас. Угу.
их выстрелы не настолько быстрые, чтобы... Угу. Ну, паучок. Да. Отвали. Че, паук со скорпионом ушли драться где-то в другом месте, да? Фуф, нормально. Блин, надо, слушайте, надо бы ключей выкупить. Кузнец. Кузнецу сейчас обязательно тоже, кстати, нужно. О, манапот, найс. Я, правда, еще и хелспот просрал. А, сверхлимита. Подождите, я же не... А, точно. И тут сверхлимита. Ну, погнали к кузнецу. Сейчас надо будет в магазин вернуться, еще ключей купить. С ключами какая-то проблема. Оружие, да, надо новое. А вот и новое оружие, кстати. Копье, змеиный укус отравляющее. Мушкетон, багровые лодцы. Блин, кинжалы, кстати, мне кажется, чтобы... Нет, у нас финальный босс будет такой, к которому в миле вообще подходить не хочется. Это будет с дубиной гигантской. Поэтому лучше, наверное, давайте просто плюс 2 вот этот купим, змеиный укус. У него и урон отличный, и ядовитый урон дополнительный. И... Короче, все классно. Ага. Агась. Так, пойдем еще ключ. Наверное, хилку, если здесь продается. Я не помню, что здесь продается. Ключи здесь продаются, кстати. Бесконечное количество ключей, судя по всему, да? Сетка, сетка, ключ. Ключ. Ключ, не знаю, сейчас закуплю и... Потом мне на что не хватит. Кто тут враги-то? Не-не-не-не-не, не смей даже. И до души... А, тут нет врагов. Табличка долголетия предназначена для живых. Благодаря добродетелям и мотивации человек будет в безопасности. Счастлив проживет долгую жизнь. Табличка долголетия может быть самых различных форм. Некоторые из них высечены идолами из драгоценной древесины, поэтому их зовут идолами души, вставив в идола. Для души носитель обретет великую удачу. Демоны. В далеком прошлом демоны ступили на эту землю и приняли решение, что отныне будут жить здесь. Спустя время под их контролем находилась вся территория, а затем пришли боги и создали человечество. Вместе они все больше и больше пошатывали суверенитет демонов, пока противостояние не переросло в войну, древнюю войну. Она закончилась победой людей, а демонам пришлось отступить в подземный мир. Выживание в подземном царстве было чрезвычайно трудным. Демоны заплатили за него большую цену, их род практически полностью исчез. Прошло несколько тысяч лет, и они вернулись. Они никогда не сдавались в своем рвении выбраться на поверхности. Новая война с людьми уже не за горами. Угу. Ну, погнали! Фармим духовную броню перед босс-файтом. Кстати, как раз мили подходить, он там вроде один из трех атак только бьет в упор. А, ну, челик с молотом, ну вообще да, к нему в мили подходить хорошая тема, у него очень такие дальние атаки молотом, но не знаю, ничего. Ну что ж, поехали. Вначале предлагаю юзнуть сразу же пиявку и поехали на босса, поскольку она очень усиливает. Великий песчаный червь, пипчаный.
Я не знаю, что это было за атака. Бить его можно только по лицу. Ага, плюется вокруг. Ясно. Ядом. Хрень накрафтил. Маленьких червячков. Неприятно, кстати. Ну что, ты где там? Кислота. Тут же саммонер, конечно, ну, неприятно, да? Сейчас еще там, небось, наспавнил где-нибудь. Нассал. А где урон, кстати? Главное не забывать отпрыгивать в момент, когда он делает свою атаку. Какого ж хрена? Так, вампирка работает. Покататься решил. Не похоже, что я с ним справлюсь. А еще он, по-моему, не горит, не отравляется и вообще ничего с ним не происходит, да? Он скушал своего же мелкого. Да я отпрыгнул, ну. Ну да, с этих штук хотя бы как бы хилиться можно, пока вампиризм действует, но скоро вампиризма не будет и. Нужно восстановить выносливость. Я понял, спасибо. Что, может быть, через ловушки попробовать, а? Стены залезли. Кек. Ау. Он очень хорошо от горения от мелких получает урон. Прям вообще отлично. Сколько же урона-то, боже мой! Или от молний, я не знаю. А, воскрешение с одним хп, ура, полезно! Все, рип. Стакующийся урон должен помочь. Должен был, не помог. Жесть какая. Теряли 50 душ и один свиток. Ну и хер с ним. Солнце в комнате. Можно в миле подходить, он там... А, это еще про челик с молотом было. Ну, в следующий раз стараюсь получше, да. Девочка с вампиркой не зарешала.